Брумбол, бои и блин-шоу – святошные мероприемства, присвященные масленице, сегодня проходят у Гомеле. Подчас гуляния можно было продегустовать блины, поудельничать у бегу у мяшках и попробовать забраться на слуп. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова долучилась до свята. Масленичные гуляния разгорнулись на пляцовце каля Лядового палаца. Гостей мероприемства сустракали блинами и песнями. Не обошлось и без инших атрибутов масленицы – присмаков, викторин, народных гуляний и забав. Посярод площади узвышается слуп, покорить его отваживаются только самые мощные и смелые. Провожали зиму гамельчане под сонечное надворье. Яно было по-соправдному весновым, что еще больше подохвочивало веселиться. Об зиме, якая соступила своей позиции, напоминал только легкий мороз. Масленичные традиции разностайны. Каждый день имел свою назву, тематику и звычай. Например, по субботах проходили заловкины вячорки. У гэты день родные жениха знакомились с невестой. Масленица у вогуле добрая подстава, каб завитать один до одного у гости и провести больше часу с близкими и сябрами. Мы вырашили потекавиться у гамельчан, что яны звычайно робят у масленичный тыдень. Ой, мы очень любим масленичную неделю. Мы ходим вот с подругой друг другу в гости и носим блины. У кого блинее вкуснее, соревнуемся. Да? Да. Мы любим гулять на масленицу. Каждый год выходим возле Ледового дворца, танцуем, поем, веселимся. Развлекаем народ. На масленичной неделе мы работаем. Делаем планы, потому что конец месяца, но тем не менее, находим время для развлечений и скушать блинов обязательно, конечно же. Дома не печем блины, потому что некогда, вот пришли на праздник. Ну, вообще, на масленичной неделе, я думаю, надо делать добрые дела. Для того, чтобы весной, проснувшись от зимней спячки, было много идей, творческих планов. На добро людям и на хорошее настроение жителям центрального района. Кульминацией по традиции стало спальвание сламяного пудзела. Так гамельчане канчатково развитываются с зимой. Завершается масленичный тыдень дарованной неделей. У гэты день принято просить пробачения во всех, кого наумысно или ненаумысно покрыудили, а так само рыхтоваться до Великого посту. Ён распачнется у понеделок. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».